Шаг за шагом члены комиссии осматривают улицу Мамонтова. Ее ремонтировали по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году. В целом, зиму дорога пережила хорошо, но недочеты есть. Недочеты, которые связаны в том числе с эксплуатацией и тяжеловесных грузов, и интенсивности движения. То есть это небольшой ямочный ремонт, где-то небольшие просадки после зимнего периода. В принципе, работы не такие большие, как бы не сильно затратные. К сожалению, в этом году погодные условия сложились так, что частые переходы между нулем, то есть днем около 1 градуса, в ночь минусовая температура, и тут вытаивший снег, вытаившая вода забивается в поры, ночью замерзает, расширяет покрытие, и поэтому в этом году наблюдается в большей степени именно таких локальных участков по разрушению асфальтобетона. Всего восстанавливать дороги по гарантии будут 7 подрядчиков. Некоторые уже приступили к работам по ремонту, не дожидаясь итогов обследования. Две рабочие бригады одновременно работают в разных районах города. К примеру, асфальтобетон восстанавливают у колодцев на Змеиногорском тракте, Аванесово, проспекте Ленина. Пока используют технику холодного асфальта. Горячие начнут применять, когда среднесуточная температура стабильно будет в районе 5 градусов тепла. Кстати, в рамках национального проекта в этом году планируют отремонтировать и построить 13 участков дорог. Это наиболее, скажем, на сегодняшний день такие разбитые улицы, по которым было много обращений, ну и которые в рамках диагностики показали необходимость выполнения ремонтных работ. Среди таких улиц – Гридасова, Звездная, 9-й заводской проезд, Водопроводная, Радужная. В середине апреля должны определиться подрядчики на проведение работ, а в начале мая к ним планируют приступить. Татьяна Голубева, «День с толком».